Федеральный закон номер 417 ограничил рост тарифов на коммунальные услуги. Изменения в законодательство вступили в силу с 1 июля. Но и тарифы подросли. Уже в следующем месяце расчет платы, вносимой горожанами за коммунальные услуги, будет индексироваться по-новому. Для каждого региона рассчитан свой индекс. В нашей области этот показатель 4,5%. Но для каждого вида коммунальных услуг рассчитан свой коэффициент. Рост тарифа на электрическую энергию для населения составил по Ивановской области с 1 июля 4,1%. Рост розничных цен на природный газ лежит в пределах от 3,5% до 4,1% в зависимости от направления использования природного газа. Рост тарифа на холодное водоснабжение для населения по Ивановской области составляет 4,2%, по городу Иваново 3,9%. Рост тарифа на услугу по горячему водоснабжению для населения составляет по Ивановской области в среднем 3,7%, по Иванову 3,5%. И рост тарифа на водоотведение составил по Ивановской области 3,3%, по городу Иваново 3,8%. И также один из основных тарифов в составе совокупного платежа граждан за коммунальные услуги – это теплоснабжение. В среднем по Ивановской области у нас рост 3,5%. По городу Иваново 3,3%. Следующее повышение тарифов горожанам следует ожидать не раньше, чем через год. Задавать не только посредством электронной приемной.